Здорово, народ. У меня вообще экстренный выпуск, блин. Иду, короче, с концерта. Отыграли этот Rolling Stones этот. Короче, я вообще просто в шоке, блин. Просто вообще в ахере, вообще просто в полном. Просто в полном ахере вообще нахожусь, блин. Стали, короче, мы играть. Взяли мы гитариста, басиста, бля, в одном лице, бля. Англичанина, блядь, Дэвида, блядь. Это охренеть вообще просто можно, блядь. Короче, я вообще в шоке просто, блядь. В общем, этот англичанин этот просто сегодня просто в хлам вообще, просто пьяный, блядь. Просто в хлам, в хламину вообще, блядь. Залезает, блин, на сцену, блин, играть на бас-гитаре, блин, да? Просто не может ее даже в руках держать, блин. Единственное, что он может сделать на этой бас-гитаре, так вот пальцем водить по ладам и что-то куда-то там. Mucha gente hizo el amor con esta canción hace, creo yo que hace muchos años. Hace muchos años que nadie hace el amor con esta canción. Я вообще просто в ахере. Просто в ахере. Кто-то вот говорит там, Металлика, херовая группа, блин. Типа, Киркхаммет там вообще играет косо, блин. Криво, блин. Да Металлика это вообще, блин, супер слаженный ансамбль, блин. По сравнению с тем, что у нас сейчас вообще за группа такая, блин. Получается, блин. И главное, мы сегодня записывали звук. Видео вот на эту камеру, блин. Записать концерт, блин, в первый раз. Просто в хлам вообще. Просто человек вообще просто вылезает на сцену, как последний просто зомби вообще, полумертвый. И это уже третий раз. Вчера, блин, было то же самое на концерте. Блин. Но еще вчера, короче, ладно. Позавчера, блин, позавчера то же самое, блин. Бросил гитару, блядь, на сцену. Начал орать, где мое пиво вообще. Со сцены ушел. Он вообще, я просто в ахере. Вообще, я такой разочарованный. Вообще просто пипец, блядь. Просто конченый. Ну, долбоёб. Ну, у нас и группа, блядь. Профессионалы вот так вот играют, понимаете? Вот так играют профессионалы. Они разные там какие-то металлики. Разные там эти... Разный хиппи-рок конца, блин, 60-х. Типа обдолбанный кислотой на Вудстоке. Они и то лучше играли, блин, чем просто мы сегодня, блин. Я вообще, короче, просто в таком ахере вообще нахожусь. Просто в полном. И я, главное, так и знал, что сегодня будет такая фигня. Потому что он начал бухать уже с 4 дня. И сегодня приезжает наш вокалист, тоже Дэвид. Я ему говорю, я говорю, слушай, в прошлый раз ты, говорю, с ним ругался, блин. Я говорю, ты сегодня просто улыбайся. Просто улыбайся. Не принимай ничего всерьез, что случится. И я, блин, прям как в воду глядел. И я же, блин, конкретно с этой группой связался. Думаю, серьезные люди, блин. Взрослые. Взрослые, блин. Хуже, блин, 13-летние шпаны. Англичане, блин. Я охереваю вообще, блин. Просто охреневаю вообще. Иду и охреневаю вообще просто. Вот такая вот эмоция. Вообще, когда, конечно, группа подбирается музыкальная, допустим, на самом деле подбираются не музыканты, а люди, которые вообще готовы сделать что-то единое. И, короче, мы отыграли этот концерт сейчас и включили, значит, фоном AC/DC. И вот играет AC/DC, знаете, я вот думаю, и это вообще просто какая-то фантастика. Просто шедевральный ансамбль. Просто. Это же надо вообще взять и сыграть, допустим, просто 3 аккорда. Потому что некоторые группы, такие как наши, например, сегодня уже третий концерт подряд, третий день. Не то, что там 3 аккорда. Вообще никакой более-менее точной ноты даже взять не может. Rolling Stones! Сегодня просто был, как будто группа
Animals as Leaders, понимаете, на самом деле. Просто в шоке. Просто вообще нахрен в шоке. Просто вообще в шоке. Просто в шоке. Просто в шоке над этим просто хреном. Не хочу ругаться матом, но тут только матом можно вообще высказываться. Вот мат пошел, и на 5 минут просто мат один. Короче говоря, естественно, мы его выгоняем. Все, с завтрашнего дня он будет продолжать весело выпивать в этом городе. Вообще, если бы я сегодня вот играл, если представить, что, допустим, кого-то первый раз на сцену просто выкинули, ну, так типа, и вот такое выступление, как сегодня, да там просто человек бы просто, находясь в этом ансамбле нашем, да, вот в этом, просто пропотел бы вообще, да нельзя, и он просто сгорел бы от стыда. Это вот благо я стою, играю, мне уже все равно, у меня, блин, мне уж просто пофигу, у меня уже на сцене ничего не берет. Я этому нашему певцу, я говорю, Дэвид, он тоже аргентинец. Я говорю, Дэвид, говорю, ты только не нервничай, как в прошлый раз. Не нервничай, говорю, улыбайся, улыбаемся, играем. Мы же профессионалы. Вообще не воспринимай всерьез, что происходит. Они такие вспыльчивые просто, вот эти аргентинцы. Да, да. Падал вообще сегодня он, вообще просто на сцене падал от пьяни. Это же от пьянства человек падает на сцене. Уже мы практически сегодня хотели составить конкуренцию группе Sex Pistols, я так понимаю. Вчера это уже был Sex Pistols на концерте с этим придурком. Позавчера это был такой недовольный Sex Pistols. Но Бог любит Троицу. Бог любит Троицу. Понедельника. Он с нами больше не играет. И вообще он нигде не играет больше ни с кем, потому что, как выясняется, он просто не способен на это вообще. Вообще человек не способен взять себя в руки. Но если болезнь, алкоголизм, понимаете? Алкоголизм. Алкоголизм в большинстве случаев он неизлечим. В большинстве. Главное, я вам говорю, что ты столько пьешь-то вообще? Он говорит, как чего? Я же из Ливерпуля, мы там все-то столько пьем. И вообще, для нас, англичан, пить это значит. Это самое главное. Я своему стилю жизни изменять не собираюсь. Я из Ливерпуля. Мы там все пьем. Столько вообще стран думают, что они пьют больше всех. Я вот где вот был я, вот где я был, все думают, что они пьют больше всех. Вот у нас, допустим, если Россию взять, тоже вот мы уверены, что мы уж мы пьем-то больше всех. Вон возьми англичан. У нас стиль жизни пить, Ливерпуль. Мы пьем. Я слишком старый, чтобы изменять своим привычкам. Нет, я буду пить. Я говорю, а ты не пробовал не пить вообще? Он такой, ты что, не пить? Это, говорит, опасно. Сразу начинаются, говорит, депрессии какие-то. Сразу начинаются проблемы со здоровьем. Мне лучше пить. Я пью прям сразу, когда проснусь, чуть попозже. Пью. Вот такой вот блок из жизни музыканта.